Дело в том, что построить вот эту зону защиты, нужно знать угол при вершине молниеотвода. Значение этого угла задается в зависимости от высоты молниеотвода для трех уровней защиты. Первого, второго, третьего и четвертого. Вот кривые, которые я здесь срисовал, это точная копия того, что есть в стандарте МЭК. А дальше я сделал простую вещь. Я стал считывать с этих кривых значения углов, находил их тангенс, умножал этот тангенс на высоту молниеотвода и получал радиус зоны защиты на уровне Земли. И сделал вот такую петрушку для нескольких уровней молниезащиты. Вот первый уровень молниезащиты, который по стандарту МЭК имеет надежность 0,98. Смотрите, с высотой молниеотвода до 10 метров, по мере высоты молниеотвода радиус защиты увеличивается. А после 10 метров радиус зоны защиты начинает уменьшаться. Получается, что делать молниеотвод высотой выше 10 метров просто бессмыслица. Во всяком случае, так об этом говорят топ-менеджеры из Международной электротехнической комиссии. Сделал то же самое для третьего уровня молниезащиты. Теперь у меня радиус зоны защиты с высотой рос до 30 метров. Вот так вот. А дальше после 30 метров он начинал снижаться. То есть получается, что надежность защиты уменьшается при увеличении высоты молниеотвода. Но скажите, пожалуйста, не абсурд ли это? Тем не менее, это написано черным по белому в стандарте Международной электротехнической комиссии.